Ох, Паксли, да ты прирожденный инженер, вот дьяволенок. Фестер, зачем ты вырубил напряжение? Прости, Гомес, у меня пробки выбило. Мартиша включила вафельницу. Теперь нормально. А, подгорело идеально. Ну, Паксли, финишируем. Три состава с легко воспламеняющимися цистернами неминуемо столкнутся. Это катастрофа века. Больше жару, Фестер, мы перемахнем через мост. Ого! Фестер! Гомес! Гомес, что случилось? У нас погас свет. Где Фестер? Перегрузился. Еще один разочек. Фестер, в чем дело? Я был девальтирован. О! Ужасная мерзкая, лохматая, зверский и ласково дерзкая. Мы Адам вся семья, мы семейка Адам, злобная, нам по нраву жить закругленно, ну и все тому подобное, да. Ча-ча-ча! Тяп-ляп! Новая семейка Адамс. Нет смысла, я совсем выдохся. Может быть, ты с рывка заведешься? Я звоню в автоклуб. Стой! Не надо! Фестер, эти клеммы тебе очень идут. А ты уверен в успехе? Разумеется, вольты забегают по телу, и ты словно заново родишься. Вот, хлебни электролитика. Это идея. Ларч, запускай! Он нынче в форме. Отлично летит. Держи ноги вместе! Фестер! 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 Вот, попробуй зажечь. Ну? Не амперчика. Это серьезнее, чем я думал. Покажем его специалисту. Sparky Electrical. Проходите. Кажется, я ошибся адресом. Электрик. Хорошо, что вы быстро приехали. У нас нет электричества в Фестере. Как в Фестере? Вот он стоит. Самый необычный торшер в моей жизни.
Замыкание. А где вилка? Он обходится без нее. Дело не в этом. Эй, осторожней! Я необычайно чувствительный. Ой. Это что, шутка, что ли? Что он там забыл? Видно, хочет проверить. Через книжный шкаф надо было. Так быстрее. Его испугал Китикэт. Наверное, срочный вызов. Может, мне поможет электрический стул? Ну ладно, Фестер. Ты готов? Давай, Гомес. Это бесполезно. Я не удерживаю заряд. Не знаю, в чем дело. Угри зарядились. Блестящая лапуля. Фестер, мы тебя ждем. Электрические угри. Должно сработать. Это не больно. Кажется, пошло. Не видел, чтоб так заряжались. Конечно, шокирующее зрелище. Ну как? Ничего. Какой прекрасный вечер на природе. Волейбол сыграем? А, прокололся. Еще бы. Я по-прежнему в форме, Фестер, да? Тебе виднее. А что, если электричество ко мне не вернется? Как мне устраивать крушение поездов? Или помогать Уэнсди в ее проекте? У меня кое-что есть для пациента. Что это, маман? Топленый крысиный жир с печенкой летучей мыши и жабьей кровью. Освежает. Только вряд ли это поможет. Но это же вовсе не для питья. Этот экстракт для вызывания грозы. MPF-30. Мама, вы отличный синоптик. Ну вот, у меня резь в животе. Бедняжка, это смена погоды. Эврика, вот что нам должно помочь. Чудная гроза, мама, угрожающая, кошмарно. Ну, пусть кто может попробует сделать лучше. Нам бы одну хорошую молнию. Некоторым всегда ведет. Не нужен мне врач, Гомес. Мне уже гораздо лучше. Видишь? Извини, ты что-то хотел, Фестер? Ладно, неважно. Не спорь, Фестер, доктор тебе поможет. У него зеленоватый цвет лица, тусклые глаза и апатия. Но главное, он потерял напряжение. Никакого тонуса. Ну, если вы говорите... Фестер, тебя ждут в скорой помощи. Извините, я не слышала кареты скорой помощи. Что случилось? Несчастный случай или отравление? У вас ужасный вид. Она чудо, правда? Столько комплиментов. Благодарю, но это не светский визит. Ему срочно нужна помощь. Он еще жив? Ты и приглянулся. Что с вами? А, порезался. Нужно швы наложить. А с вами что? Вид у вас цветущий. Вирусная острая инфекция. Пока внешних симптомов нет, но это самая острая стадия. Я вообще-то врач. Я могу вылечить вашу руку. Порошок из тараканов. Отличное средство. Нет, спасибо. Вот что,
Давайте приделаем новую. Что ж, прежде всего я должна предупредить, что обследование дорого стоит. Страховка есть? Самое надежное. Деньги. О, надеюсь, обследование мучительное? О, бывает. Каждому по одному раунду. Лэнди! Расслабься, Пагзли. Если твое сердце будет так биться, как же я его прооперирую? Салфетку. Зажим. Скальпель. Все нормально, вещь. Я знаю, что делаю. Дорогая, разве ты не бросила? Никак не могу. Ожидания меня безумно нервируют. Извините, мэм, но здесь нельзя курить. Прошу прощения, я не знала. Откуда такой дым? Дети, вы играли в доктора? Нет, мы играли в кардиохирурга. Чудная идея. У них очень высокая смертность. Мистер Адамс? Он здесь, доктор. Но у меня тоже не все в порядке. Что-то покалывает, когда я делаю так. Ау! И так каждый раз. Ваше мнение? Гениально! Фестер, он просто Моцарт медицины. Ты попал в надежные руки. Да не знаю. Это больно? Нет, не больно. Но все-таки это рискованно. Нет, вполне безопасно. Не нравится мне это, Гомес. Доктор, хватит утешительных речей, начинайте уже истязать пациента. По-вашему, здесь инквизиция? А, неплохо бы. Ладно, едем в смотровой кабинет. Знаешь, Гомес, я слышала, что некоторым не ту конечность ампутируют. Ошибочно удаляют органы, подвергают пациентов крайне болезненным курсам лечения. Не ждет ли это Фестера? Будем надеяться, дорогая. Будем надеяться. Ну, давайте смотреть. Давайте. Рубашку придется снять. Что вы? Я очень стеснительный. Но ничего. Попробуем так. Температура? Один. Что один? Градус. Только один. Ни пульса, ни кровяного давления. Больше нет этих вкусных ртутных столбиков. Ну, разве можно есть термометры? Фантастично. Да, странно. Обычно это румба. Этот случай просится в учебник. А может, его в блеф-клубе рассказать? О, тише. Этот запах ни о чем тебе не напоминает. Зловоние болезни, сладкий аромат антисептика. А, заштатная больничка в Конго, куда мы отвезли нашего проводника, на которого напал лев. 2 года после нашей женитьбы. О, тише. Джунгли дышали смертью, и этот запах обволакивал у тебя, словно стойкий парфюм. Зума! А, у тебя до сих пор рука бесстрашного зулусского воина. Да, где-то на чердаке. Нужно достать ее, она будет чудно смотреться в будуаре. Будуар, тише, это французский. Дорогой, не забывай главное, Фестер. Но обещаю, что дома у меня разболится голова. Что же делает Фестер так долго? Ну что ж, сейчас мы сделаем рентген. Вдохнуть и не дышать.
Есть! Можете сесть, мистер Адамс, а я быстренько проявлю снимок. Да, это ужасно. Фестер, что этот врач сделал с тобой? Ты похорошел. Точно, ты просто светишься. И правда, мне лучше, но не помешало бы проверить. Ни у кого нет лампочки? Доктор, тут сердечный приступ. Мужчина-азиат, лет 40 среднего роста, полная остановка сердца. Подождите здесь, пожалуйста. Осторожнее, доктор, сюда. Я просил остаться там, мэм. Аппаратуру срочно. Все готово. У него нет пульса. Живее, давайте. Мы можем его потерять. Где наши утюжки? Он уходит. Электрошок. Мы его теряем, теряем. Где электрошок? Все готово, доктор. Разряд. Смотрите. Отлично, доктор. Спасибо. Не за что. Что происходит? Я спас тебе жизнь. Хватило бы просто спасибо. Я снова ваш. Отлично. Едем домой отмечать. Я испеку шаби торт. Поможешь, Фестер? Конечно. Во мне хватит мощности на духовку и блендер. Дядя Фестер, мы волновались за тебя. А где Ларч? Это случайно не ваше? О, Ларч, где же ты был? Его по ошибке кто-то принял за труп и отвез в морг. О. Вот повезло. Оживи и служи мне вечно. Слушаю и повинуюсь. Очень славно, Уэнсди. Но запомни, за жизнь, которую ты дала, ты несешь ответственность. Я знаю, мама. Идем под Халимчик, у нас с тобой еще много работы. Да, хозяйка. Умница, Фестер. Ты у нас выглядишь молодцом. Хорошо быть дома. Кажется, надвигается шторм. О, мило. Надеюсь, он хоть крышу сорвет.